Бля, можно меня резать просто, сука, от гаечного ключа? Какое нахуй кровотечение? Просто сдох, даже перебинтоваться не смог, блядь. 82. Тут аккуратненько положим. Ну все, уже не надо. Да нахуй ты дрочишь его, положи уже, блядь, и все, ебано в рот. Хули вы его таскаете, как игрушку, блядь. И чё, как? Да, сука, болит рука, нахуй. Что у вас случилось? Да, блядь, уже в сознание пришел, пока вы ехали, руку перебинтовать надо. Все, ты, если сознание, все, поехали, нас там все на земле. Руку перебинтуйте, мужики. Окажите медицинскую помощь-то, блядь. Ебать, пожарник, помоги нахуй. Я нахуй. Помогите, ебаный в рот, куда вы поехали-то? На нахуй. Да, блядь, человек, сука, без сознания, нахуй. Что произошло, Бобби? Я нихуя не понял. На клапан придавило. Ты мне, слышь, въебал нахуй с гаечного ключа, блядь. Кровотечение аж открылось. Пойдем внутрь, мужики, пойдем. Короче, ситуация такая, значит, я выхожу с клуба, нахуй, подкуриваю сигаретку, блядь, вижу сзади, впереди, точнее, каких-то два хуйцоса стоят. И один из них, вот этот в шляпе, говорит, там что-то, короче, начал. Полумужчина, полуженщина, какие-то слова, которые неуместны, нахуй, вообще в целом. Я ему говорю, слышь, ты, шляпа усатая, вольни ебало, не базарь. Туда-сюда. Потом вижу, этот Твита вываливается, хуесос, который нас вчера подставил перед опросом. И мне этот, короче, итальянец в шляпе говорит, поехали, давай в тачку прыгай, поехали, отъедем, пообщаемся туда-сюда. Я говорю, ща, погоди, пообщаемся. Тебе набирают, ты выходишь с мужиками туда-сюда, нахуй. Один там итальянец что-то выебывался, да выебывался. Я его решил просто угомонить, нахуй, ключом гаечным. А этот в шляпе вообще там мне говорит, мы еще с тобой увидимся. Он там что нахуй, крестного отца пересмотрел. В смысле? Вот этот в синем костюме нахуй? Да, мы еще, говорит, с тобой увидимся. Я говорю, слышь, монтировку достал, как давай его там пиздошить. Он там что-то побежал куда-то. Хуяк, смотрю, там уже то ли ствол, то ли что он пугач там достал, я нихуя не понял. Короче, у них тут саммит-бар какой-то, да, или клуб какой-то там нахуй. Да, да. Билли, может, коктейль Молотова сообразишь, нет? К ноге, пило, сержант. Пило наберешь, нахуй, пусть он подвезет ящичек, нахуй, сюда. Под стол потом полезешь, хряк. Я, конечно, все понимаю, жесть там не жесть, типа мы дохуя тоже такие важные, блатные, вся хуйня. Может, побазарим? Ну, вывезем. Вывезем, да, побазарим. Главное поймать. А жечь-то мы всегда успеем. Смотри, двое на больнице будут, да? Один он там остался? Или чё? Да хуй знает. Ну поехали, проверим. Луиза, можно тебя? Видела вот этих итальянцев, которые стояли тут в костюмах? Пальто где? Так, в пальто вон только тот, который сзади. Нет, где-то тут он был. Один и второй куда-то делся, я не знаю. Не он тут где-то? Один в пальто, да, только что тут стоял. А ну пойдем-ка прогуляемся по клубу. В клуб уже людей не пускаем, туда вряд ли могли зайти. Ну может он там? А, ну вот, только вот. О, слышь, пойдем-ка пообщаемся. А вон он идет, слышь? Эу, вон в костюме. Аккуратно сейчас к нему подъедем. Стой. Слышь, мужичок, пойдем-ка пообщаемся, нахуй. Что разговор не задался. Пойдем пообщаемся, говорю, слышь. Пойдем пообщаемся. Ну. Пойдем. Али, ты поговори с ним? Пойдем за мной. Пообщаемся, нахуй. Тачку, нахуй. Али, ты поговорил с ним, а? Насчет чего? Давай, давай. А что они хотят, я вообще нихуя не понимаю. Давай, езжай с ними, поговори. Прыгай в фургон. Нормально все будет. Фургон, прыгай. Сейчас, мразь, телефон ему дай. Смотрю нахуй в телефон, что делаешь, сука. Все, все, понял. Набирай ему. Скажи срочно, нужно встретиться. Что, на громко поставить? Конечно. Хорошо, хорошо. Алло, Тони Монтана. Алло. Общаться нужно. Да, нет, вопрос. Ну давай метку скину тебе тут это. Вопросы. Хорошо, подъеду. Давай аккуратненько. Эй, нихуя, метку он не будет. Кто ему намекнул, нахуй, слышь, аккуратен. Это за аккуратен, будь ты, сука, Монтана, слышишь, нахуй. Да, слышь, тоже хуйня. Слышь, хуйня ебаная. Поехали до саммит-бара.
А вот тут с ним. Ебальник, закрой свой, твоего мнения нахуй вообще не спрашивали, ты уже добазарился. Блять, ты долбоёб, рот капитан, нахуй. Да ебать, я чё знал, что кровля такая крепкая, блядь. Да твою кровлю ебал. Чё это нахуй? Лол. Блядь, сука, баг багом погоняет, нахуй. Ебать, уснул, нахуй. Сука, тварь, води аккуратней. Чё? Так и чё ты это, в этом... В инсте видел, да, член? Да. А нахуя ты мне посоветовал посмотреть? Я тоже, кстати, не понял нихуя. Походу, он захотел всех в одну... То есть ты увидел... Погибать так вместе, нахуй. А, вот так вот, да. Потянул, ну потянул за собой, бля. Я уже, знаешь, за ним не первый раз замечаю. Был уже прецедент. Был, да? Знал меня Гарри. В 2023-м, с месяцок назад. Я на него наехал, понял? Он меня и сдал. Подожди, это ж саммит нахуй бар. Закрыт он нахуй этот саммит бар. Поебал? Ну походу. Я тебе говорю, вот эта фраза аккуратен будь нахуй, не к добру была с его стороны. Я вам скажу, пусть набирает нахуй заново. Давай, сейчас на медцентр заедем еще, может он там. Давай, мы тут. А что за тачка у него? Бобби звонит, погоди. Еще этому членососу набрали нахуй, он говорит, что он в саммите, он походу там закрылся нахуй. А, ну там копы сейчас. Сейчас ему координаты отправили, он должен будет сюда приехать, так что это. Смотри, он там может, сука, притянуть кого-нибудь за собой, так что езжайте сюда. Чиктокск, нахуй. Тайск. Так, что там базарит, нахуй? Че ты нахуй хотел, слышишь, Бобби, нахуй? Че ты нахуй, че ты? Че ты, ебать? Опа, видел интрудер? Вот, во-во, поехал налево. Видел. Ага. Албанский? Не знаю, интрудер на албанских номерах. Смотри, бегает кто-то, сильно не ори. Здорово, Вито, пойдем пообщаемся. Можно здесь пообщаться, в принципе. Нет, не можем мы здесь пообщаться. Ты уж извини, я волыну на тебя накинул так чисто. Ты не дергайся, ладно? Можешь не извиняться. Ладно. Забери свои извинения обратно. Гусь. Я забираю свои извинения обратно. Алло, Бобби, едем. А, давай. Гусек, смотри, не выпади нахуй. Телефон забери у него. Подставил нас, сука ебаная. Я не подставлял, сказали отвезти, я отвез. Чё, тебя может закончить прямо здесь, нахуй, дурачка, или чё? Да нет, не надо. Давай, может, нахуй, рот, шлюха, открыла свой быстро. Ты чё, нормально? Давай, сука, с колен встала, шлюха, телефон. Малой, будь на стрёме, набрала, там нахуй, копы были. Американцу. Телефон, забрали. Дайте ему набрать, пусть набирает. Скажи, надо встретиться, пообщаться. Всё, понял. По поводу ванилы есть предложение. Всё, понял. А куда-то подъехать, да, там какой-то... Да, скажи, да? Координаты можешь скинуть. Вот эти, да, где я стою сейчас? Ты набирай. Сначала набери громкую связь, включи, мы послушаем. Понял, сейчас. Слышь, Гарри. Чего? Говорят, вот этот Вита нас копом сдал, блядь. Потрохами. Я ничего не сдавал. Никого. Да не ну сдавал. Нахуй. Не сдавал никого, ничего не писал. Да ну нахуй. Да я знал, что проблемы будут, поэтому ничего не писал, серьезно говорю. Чё там? Чё там? Да. Сирена слышал, сирена нормально. Сирена была. Нет, я... Такс, подожди, сюда едут. Копы нахуй. Если чё, мы с вами тут просто общаемся, понятно? У нас суета! Стой! Да уберите стволы! Все нормально, просто общаемся. Да убери руки, нахуй. Офицеры, слышите? Уже обсудили всё, а? Скажите, когда остановиться, всё, не стреляйте. Суки, только дёрнитесь, стоять, нахуй! Больно! У нас заложники, нам похуй, мы их завалим, если рыбнетесь. Как они приехали сюда, эта хуйня непонятно. Тачку прыгайте назад. Ты же сказал, мы решили этот вопрос. Ты не видишь, нахуй, какая ситуация или чё? С тобой-то ничего не будет, не переживай. Ты чё, на приехал в темпе? Давай на тачку назад, а мы на байке. Давайте за мной. Сейчас направо уходите, мы за вами, слышь? Направо уходите. Это мразь копа. Съёбывайтесь! Тут стоим, сейчас они подъедут. Ты по колесам съёбывайся!
На них беги, на них беги! На клабхаус едьте и ныкайте тачку. Да мы уже ушли, нормально. Сейчас мы переждем и это, доедем с ним. Короче, доедь до места, координаты скинешь, мы туда подъедем. Телефон забрал у него? Да-да, у меня. Как туда копы нахуй, интересно, приехали, слышь? Вопрос вот такой. Может быть, они за вами зацепились отцами? Не было за нами никого. Ты чё нахуй, как ты это объяснишь, сука? Не, я копов не приводил. А кто тогда привел нахуй, слышишь? Я не знаю, так там кто-то был, вы говорили сами. Ну нахуй, раздевайся догола, сука. Пиздит. Галстук мы уже ставили. Пиздит! Рассказывай, Вито, как так нахуй? Что мы вчера приехали, а по нам открыли огонь, блять. А? Так вы же сказали привезти вас, я привез. Ну то есть на метку, поставил на карте, все, GPS, все, больше ничего я не делал. Никому не звонил, телефон же у вас был. Короче, нахуй, жить хочешь? И чтоб твой бар ебаный дальше функционировал. Да-да-да-да. В твоих интересах эту встречу с афросами. Чтобы они приехали, сука, к нам. Понял. И там мы с ними побазарим, стрелять никто не будет. Шо? Иначе, если этой встречи не будет, это в твоих, сука, интересах. Если встречи не будет, твой бар сгорит к хуям. Понял меня? Я понял, все понял. Пойдешь копам, бар сгорит к хуям. С этого момента, нахуй, ты платишь долю за слишком причиненные нам неудобства. Слишком много, нахуй, ты напортачил за последние два дня. Кто, нахуй, дружок твой, блядь, что-то выебываться начал? Кто твои друзья, блядь, афросы, с которыми ты, нахуй, на контакте начинают стрелять? Кто, блядь, копы приезжают, и мне похуй. Ты это или не ты? Усёк этот момент, сиповка? Да, я понял, я с руководителем переговорю, обсужу эту тему. Мне похуй на твоего руководителя, ты чё, не понял еще? Да, я понял. Не будет его бабок, со своих башлять будешь. Пятерка в неделю. Все понял, хорошо. Так сразу согласился. Десятка, значит, нахуй. Тут столько денег у меня нет. Найдешь, блядь. Сука, это последний раз, когда мы с тобой разговариваем, Вито, я тебе так скажу. У меня уже нахуй нервы ни к черту, блядь. Сука, блядь, у меня уже нервы ни к черту, да, нахуй, да, ты я понял? Я понял, да, не стреляйте. Давай я ему хуй отстрелю. Ублюдок, сука. Да, отцу. Ну че ты тоже хуйнем лепишь, блядь? Так звучало. А это тебе нахуй, чтобы ты повдумчивый был в эти разы, нахуй, уёбок хуй. Ай. Телефон ему оставьте его, блядь. Хм, нихуя. Ай. Ёбана всё. Нормально. Короче, этого мобила, слышишь, итальянцев у меня осталось. Выкинь её нахуй где-нибудь. А лучше ему надо отдать, а то номера-то все у него. Как он свяжется с ними, если у него мобильник нет? Проспекта пошли, пусть он в больнице ему передаст. Его ж по-любому в больницу повезут. Да побазарим, что у нас по итогу-то, все? Или у нас еще какие-то планы? Ну вроде как все, там это писала, пизда. Что? Звонила. Типа мы готовы, но надо обсудить с ней поподробнее эту хуйню. Ну ты же уже обсудил там что, шлюхи бесплатно. Ну блять, это так, затравочка была. Ну добавь еще к этому алкоголь и все нахуй. На этом хватит. Хватит тебе, да? Ладно. Ну тогда все. С афросами завтра базар будет. С ним? С афросами, нахуй. Кстати, этой копше позвонить надо, нахуй. Не дозвонишься. Реально, откуда знаешь? Это абсолютно не важно. Ты как будто по телефону. Свои связи. Да ты тоже, бля. Да набери друг другу, ёбаный в рот, чё вы, ебанулись? Короче, ладно, мужики, давайте, я погнал, сейчас мобилу скину. Давай, Бобби. Проспектом отдай мобилу.